Всех интересует, может и не всех, интересует вопрос, как будет в раю. Ну вот примерно вот так вот. Люди живут все на виду, друг у друга. Там вот такое вот озеро, чуть как это, стеклянное озеро. Тут только оно не стеклянное. И вот там вот поют. Тут отдыхают, и примерно все отдыхают, можно сказать, как отдыхают, душой и телом. Вот так вот, те в раю поют и никому не мешают, те плачут и тоже никому не мешают. Чудотворный рай, что когда они, никто никому не будет мешать, и все будут жить в радости. Вот примерно вам наглядный. Как наглядный пример, как выглядит рай. Ну, можно дальше еще рассказывать. Если есть вопросы, могу на все ответить.